Грибочки. Их можно жарить, парить, варить. Их даже можно съесть сырыми, определенный вид. Но мы сегодня сделаем из них оригинальное блюдо. А познакомит нас с рецептом шеф-повар Артем Шалыгин. Артем, что мы сегодня будем делать? Светлана, сегодня мы приготовим с вами теплый салат из лисичек. Угу. Свежие листья салата, руккола, черри. Также у нас есть луковица, угу. Лимон. И сыр. Пармезан, да. Все, ингредиенты все просты достаточно. Приступаем. Так. Светлана, да. Я возьму, нарежу луковицу мелким кубиком. Как джентльмен, на себя слезливую работу. Да. Так, а мне что? А вы мне поможете нарезать черри. Дальше мы, Светлана, возьмем грибочки, лисички. Так, и что с ними будем делать? Да, большие мы порежем их, поменьше сделаем. Хорошо. Можно вот на две только. Угу. Чем полезны грибы? Чем полезны лисички? Лисички, значит, содержат витамины группы А, В, Д, также микроэлементы медь, цинк. Угу. То есть кладезь витаминов целая. Обжариваем лук до золотистой корочки и добавляем к ним грибы, лисички. Сколько будем грибочки обжаривать? 20 минут. 20 минут. 20 минут. Все хорошо. Идем обжаривать? Идем. Сейчас мы приступим к подготовке основы для салата. У нас прям вообще палитра готова. Что дальше? Дальше мы подготовим кислый соус. А еще мы добавим с вами соли. Перчика. Да. Душистого, да, черного. Обычного черного. Выкладываем наши готовые обжаренные лисички. Угу. Салат очень простой. Очень. То есть никаких лишних ингредиентов. Угу. Соль, перец, масло оливковое, лимон. И все это легко можно найти дома. Я думаю, от такого салата не пополнишь, да? Он не прям пополняет. Прекрасный для фигуры. Да. Все. Так, соус на месте. У нас еще остался сыр. Пармезан. Так. Можно любой сыр, любой, по вашему желанию. В этом случае у нас пармезан. Снежок такой. Лисички под снегом. Я люблю очень много сыра, так что. Ой, я тоже. Тут мы схожи. Ну вот, наш теплый салат из лисичек готов. Мы его сейчас будем пробовать, а вы записывайте рецепт.